Па-пам! Привет, привет! Привет всем, девчонки, мальчишки! Хорошо, что мы приехали. Да, вообще! Короче, да, у нас сегодня праздник. Сегодня Палио дель Контраде. Я рассказывала, когда 12 семей с Форцеско собираются, гуляют, переодеваются. Вот сегодня такой праздник. Сегодня закрытие сезона было, октябрь. В мае... Нет, в мае он открывается, сейчас в октябре он закрывается, да. А у меня камера не работает, ёпарасоте. Все время пишут, проверьте эту сим-карту, проверьте, я ее снимаю, ставлю. Думаю, ёпарасоте. Короче, весь праздник закончился, ничего я не успела снять. Нет, сняла немножко на телефон в Инстаграм. Так что заходите к Леночке в Инстаграм, подписывайтесь, кстати, на Леночке в Инстаграм. Так что, кому интересно, гляньте там. А потом Рино глянул и говорил, типа, что у меня адаптер не работает. И я пошла быстро к китайцам, купила себе адаптер, и вот к нам приехала Галюся, как вы уже поняли, с Рино. Раз концерт прошел, что работает? Жалко, что Катя не смогла приехать. Да, ты говорила, что с Катюшей. Да, наверное. Не, ну классно. Хотя, знаете, каждый год одно и то же надоедает, но красиво, так? Да, такая атмосфера, красиво. Когда идут, барабанят. Людей, да, барабаны, еда, барабаны, флаги, идут, вот да. Флаги. Сама атмосфера вообще классная. Да. Малый не хочет ехать в коляске, даже на руках уже не хочет сидеть, а хочет только топ-топ-топ-топ-топ. Вот Рино, Жорик и Дэвид. Топ-топ-топ-топ. Вот так малый хочет уже ходить. Не хочет ни сидеть, ни на ручках. Давай, давай, топ-топ-топ-топ. Столько народу. Сейчас вот эти все 12 семей, они поднимаются на второй этаж, и там будут игры, типа соревнования. Кстати, 2 евро вход стоит. Не хотите пойти или вы домой спешите? Не хотите пойти на соревнования посмотреть? Не-не-не. Нет, домой? Давай, парень, посади. Следующий раз. Сейчас по коктейльчику трясем, Галюсь спешат, говорю, в следующий раз. Ну, короче, вон там будут происходить игры разные, соревнования. Но я говорю, каждый год одно и то же, уже как бы надоело. Да, 2 евро вход. Я оставлю ссылочку, у меня есть видео, Галюсь, у тебя есть видео, ты тоже приезжала много раз, Леночка ставит ссылочку на Галюсю. За прошлым годом. Да, да. Как бы, говорю, как бы чуть-чуть уже поднадоело, но все равно интересно, все равно, как бы, эта атмосфера праздничная. Да, выпить. Сейчас посмотрим, если есть место. Да, сегодня же 14 октября, сегодня храм у меня в Григоровке, так что одна сельчане с праздничком. Выпейте там и за Леночку, не забудьте, хоть 50 грамм коньячка. И сегодня столица наша. Кишинев празднует тоже храм города. И у Галюси Тирасполь тоже празднует День Тирасполя. Потому что представляете, блин, везде праздник. Сейчас отметим. Грех не выпить. Так что мы выпьем за вас, и вы выпьете за нас. Вы наше молдавское вино, а мы итальянский коктейльчик. Так что идем сядем. Я быстро таратурю, что хочу вспомнить все, что хотел сказать. Где наши хлопцы? Хлопцы медленно идут, Дэвид идет. Мы с Галюсей пьем по коктейлю, секс на пляже. Смотрите, какая закусочка. Рина там тоже пьет какой-то кофе. Ну все, с праздничком. Кишиневцы, Григоровцы, тираспольчане. С праздничком. Все, давай, Галюсь. Треснем. В прошлый раз Космополитен была бомба, а вот секс на пляже хорошо, хорошо идет. Опьянели. Да, коктейль легкий-легкий, но чувствуется, вставил, короче. Да-да-да. Легенький-легенький, но чувствуется. Да? А Давид как очень олючкий. Не, ну в прошлый раз тот Космополитен, он прямо убил. А сейчас просто хорошо. Настроение, щечки розовенькие, так? Так что храм отметили мы. Конечно, без голубцев, без холодца, без котлет. Ну, коктейли, закусочки. Я маму вчера спрашиваю, мама, что готовите на храм? Мама каже, голубцы зробила, картошку поставлю, плаки, там шубу, салаты. О, вот это б сейчас, да? Мне жарко стало. Да. Не, потому что мы быстро посидели. Да, мы быстро. Мы быстро по коктейльчику, быстро закусили. В следующий раз надо не успели пораньше нормально, да? А ты что хочешь? Йогурт съел, съел. Нас только прискаешь. Поджимает. Мы в прошлый раз время. Просто приехали встретиться, да? А в этот раз мы приехали на праздник. Праздник чуть дольше закончился. Тем более ждали, когда Давид проснется. Поэтому у нас мало времени, блин. Но надеюсь, да. Что в следующий раз, если я сама, а сама не приеду, да. Если вдруг не получится самой приехать, то мы с Катей приедем сразу после обеда. Давайте где-то. Как-то. Не погуляем, посидим нормально. Я всегда дома с малым. Да, Давид. Что, Ляля, что?
А он картинки увидел детские. А, там картинки. Наш малый так начал уже говорить гуки-кики-гиги-гуги, так начал разговаривать. Я свою камеру сунула. А, слышите? Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Что маме там? Что это маме? Что? Просто Лена... А, он там у девочки желтую юбку, наверное, увидел. Яркая. Яркая желтая. Или ножки ее проявил. Сними юбку. Я сниму юбку. Что, мам? Летящей походкой. Галюся сегодня такая у нас чика в юбочке, в кроссовочках, да. Молодежный стиль. Если только не алкоголик, то нормально. Это нормально, сегодня же храм можно. На видюлечке, когда ты уже побежишь маме? Побежали. Ах ты наш хитрюля. Посмотри, он лялят. Анна, фишка он пьет лялят. Уже большой мальчик. Леска пускаю. Доведи себя масенький. Так, машину не давим, Лена. А? Глаза горят. И сердце плачет. Не, в нашем случае радуется. Конечно. Довольная. Конечно, довольная. Так тепло, хорошо. Особенно после коктейля еще теплее стало. Что еще надо? Вот так встретиться, посидеть, поболтать. Желательно подольше вот немножко. Вот смотрите, вначале Дэвид не хотел у меня на руках сидеть. Да он вообще никого не хотел сидеть. Посидели за одним столом за коктейльчиком. Он понял, что я свою в доску. Да. И сидит себе, молчит мужик. Да, Дэвидка. А где наши мужики? Сзади. То мы сзади были, теперь они сзади. Так я-то думала, они вроде были впереди потому нас. Потому что я взяла Давида на руки, и мы быстрее пошли. Ага, а я думаю, где они? Они сзади. Мама уже приустала. Реально, уже чувствуется, он уже такой у нас. Действительно, он потяжелел. Уже кашку, супчики, мясо. Ну что, товарищи, мы уже прощаемся, да. Говорю, Галюся, приезжай сама, когда можешь. Надеюсь. Да, все-таки видится хорошо. Смотри, вот мы дошли до нашей машины, и вот отрезвее немножко. Чувствуешь? Значит, сейчас будешь по одному. Да, можно снова вернуться. Муж меня убьет, блин. Да. Ладно, уже хорошо, надеюсь, понимаю, что в следующий раз получится самой сюда приехать. Сюда давай, давай, я всегда дома погуляем. У нас завтра, кстати, фера грела, Галюся. Приезжай, у нас завтра рынок мне дела, огромный. Да. Ну, дела в следующий раз. Просто у нас вот фера завтра будет огромная. Договоримся. Ну все, давай, пока. Все, счастливо, короче. Чао. Все, пока-пока. Друзья, всем пока. Пока, до скорых пока, встреч, пока, до нового пока, видео. Привет, все, всем пока. Чао, Рино, чао. Чао, Давидка. Чао, чао. Чао. Счастливо, говорит. Счастливо вам. Все, пока. Давай, пока-пока. Всем пока. Такое было сегодня у нас видео. Жалко, что не сняла наше шествие, парад. Но у меня видео есть. Если что, Леночка не забудет, ссылочку оставит. Классно, что Галюсь приехала, и посидели, поболтали. Так хорошо, друзья, вот, знаете, хоть немножко, но посидеть, поболтать, расслабиться. Все-таки, как говорится, как важно в жизни иметь друзей, вот как реально. Как важно в жизни няньку да. рядом нянька. Иметь. Не, но все-таки друзей в жизни, вот, важно иметь. Хотя бы, вот, знаете, 2-3 слова, так, что-то скажешь друг дружке, чао-чао. И, знаете, так хорошо становится на душе, что есть с кем-то, знаете, там, хоть 2-3 слова переговорить, как бы... Ты кому-то, знаете, не безразлично. И к тебе люди тянутся, и ты к людям тянешься. Так что... Что еще надо, товарищ? Ладненько, Леночка на этой ноте такой позитивной, щечки красненькие, с вами всеми прощается. Всем, всех целую, короче, так за... Всех целую, всех обнимаю. И до скорых встреч. Постараюсь завтра снять нашу феру, не обещаю. Потому что как начинаешь снимать, все начинают. А что ты снимаешь? Так что, если получится, Реночка снимет. А если не получится, то... То до скорого видео. Всем пока. Пока, мальчики. Пока-пока. Пока-пока. А что мы купили Дэвиду? Вау, какого Бэтмена мы купили Дэвиду? А Дэвид смотрит туда наверх. Дэвид, ты что, хочешь все? 5 евро вот твой Бэтмен стоит. Так что переиграйся. Он хочет достать. Давай, переиграйся. Крутой Бэтмен, крутой. У нас сегодня фьера, товарищи. Друзья, всем приветик. У нас сегодня фьера. У нас сегодня, как вчера, вот был храм у нас в селе и в Кишиневе, так сегодня у нас тут виджевано. Никто не работает, все отдыхают. Так что огромный рынок, продают все, как всегда. Так что мы вышли на прогулочку. Дэвид дергает Бэтмена своего за ногу. Сейчас посмотрим, может быть, что-то и купим интересненькое. Что мы только вышли. Хотя уже обеда, мы только вышли. Ну ничего, фьера обычно длится до 5-6 вечера. Так что у нас еще полдня впереди, да, мор? Чтоб гроши были, да? А купить-то успеем. Да-да. Дэвид!
Лиз, давай, давай, догоняй маму, давай. Идем. Купили Бэтмена, чтобы мама катала его в коляске. Добрый, добрый. Дэвид. Дэвид, давай догоняй. Давай, 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 иди сюда. Какой у нас сегодня Дэвид красивый. Мама ему одела новую кофточку, штанишки. Это контейнер. Ай-яй-яй. Остановится на каждый чек, чтобы видеть. Ку-ку. Привет, мама. Ку-ку. Папа, спина болит, как на стройке. Не хочет сидеть на руках, хочет ходить. Да? Смотри, хочет ходить и все. Мамуни. Вот так весь рынок сегодня пешком идет. Давай, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Где Маша, Дави? Короче, продают сыр, колбасы, каштаны, смотрите, жарят, вещи. Все, что хочешь. Увидел Машку. Ты хочешь Машу? Маша летит. В шоке ребенок. Что там у Муни? Кто там? Увидел Машку. Вот Маша. Ты хочешь Машку? Что, купим тебе еще Машку? Не-не. Просто реально, вот, дали 5 евро за Бэтмен, он зря висит. И так рядом будет висеть еще и Машка. Хочет Машку. Что такое? Мамуси, что это? Хочешь Машу? Да, идем потрогаем Машу. Да. Идем потрогаем Машу. Да, иди ущипни Машу за сраку. Да. Ага, сейчас смотри. Машу. Довольны? На, обними Машу. Обними. Обними Машку, давай. На, на, мама даст тебе, на, Машу. Маша. Маша, мамусь. Маша. Хочешь Машку? Все, идем. Мама, следующий идем. Раз. Еще будет праздник. Да, уже Машку в следующий раз купим. Скажи, Машка, пока. Мама тебе дома на телевизоре Машку покажет. Да блин, да не жалко мне дать еще 5 евро за Машку. Ну просто будет вот так же висеть, как и этот Бэтмен. Что? Хочу до Машки. Оп.